условия пребывания нормальные, в принципе, как бы номера нормальные, все по питанию тоже вопросов нету. Зал очень похожий на зал в Литве, тоже там как бы разбитый на три поляны получается. Ну, хватает, в общем, колец, все. Тренировки идут в процессе, ну, как бы все, новые материалы еще поступают, но в основном уже оттачиваются те наработки, которые были уже до этого. А после первой игры с Турцией, как бы, в принципе, чувствовал, что команда более-менее набирает обороты, а потом с Сербией тоже до какого-то момента нормально держали, все там буквально потом 4-5 минут и был такой провал, поэтому нельзя сказать, что там с самого начала мы им уступали, все было на равных. А, ну, последствием того уже с Германией вышли, там, я так понял, что у них не играло еще там пару основных игроков, и они думали на одной ноге обойти, а не сдавались, не падали духом, и вышли, обыграли их, и при том, я думаю, довольно уверенно. С самого начала мы взяли верх и ни разу нас не догнали. Поэтому, ну, конечно, да, эмоциональный дух немножко поднимает. Но останавливаться рано. У нас был когда день перелета, был день выходной, ребята все восстановились, так что я думаю, что нормально. И тренировки у нас по одной тренировке идет, мы там уделяется внимание и физическим нагрузкам, и тактике. То есть не только там в одном плане, а хорошие трехчасовые тренировки, там, поэтому поддерживаются физические кондиции и все остальные. Были тут на территории гостиницы, никуда не ездили. Кто-то, может, поехал там в магазин какой-то, а так отсыпались, перелет. Ну, ничего не делали. Выходной день. В бассейн ходили, здесь бассейн недалеко рядышком. Сразу в бассейн ходили, плавали на бассейне. То есть такое больше восстановительные процедуры и выходной день. Да, Андрей уехал, тренерский штаб так посчитал, значит, это их дело, им решать, не нам. Ну, Андрей, он, получается, улетел рано утром, он вечером к нам зашел, там сказали друг другу пока, а он рано утром улетел в 7 утра, поэтому мы уже на следующий день его не видели. Он уже в этот день, получается, поехал на сбор с будильником, уже сразу там фотографии тоже было видно, все. А, ну, Серега Лещук? Да, уже 2 дня, в принципе, он полностью с нами тренируется. Вчера была такая еще более-менее пробная тренировка, процентов на 60, на 70. Сегодня уже на 100% всю тренировку бегал с нами. Так что, дай бог, я думаю, все должно быть в порядке. Но сегодня приехала сюда команда. Мы с ними будем играть не турнир, а просто будет у нас, по-моему, дружеская игра послезавтра. Леван. Ливан. Ливан, сегодня мы их видели, когда на обеды шли, по-моему, они сегодня приехали. Спасибо большое. Будем стараться. Все, пока.